Здравствуйте, с вами компания «Дом в дорогу». Вот это единственная на юге России ремонтная база, очень мощная, кстати, ремонтная база по обслуживанию прицепов и автодомов. Она как раз стоит по пути к морю, то есть со всей страны к морю едут через нас. И здесь мы уже приступили к обслуживанию всех, без исключения прицепов, не только компании «Дом в дорогу». Работают здесь специалисты с многолетним опытом, То есть зачастую даже был один раз случай, когда нам немцы звонили и спрашивали у нас, задавали вопросы по тому или иному прицепу. И вот самый главный специалист Иван, давайте сейчас особо его не будем отвлекать, но тем не менее все равно спросим. Вань, ты что делаешь с этим прицепом, а? Ну, этот прицеп зашел, этот прицеп зашел у нас с России мимолетом, скажем так, ехал в Крым и обратно. И выяснилось того, что у него взорвалось колесико, да, и вот у него, получается, пошла вода в салон. То есть это будем исправлять. По пути мы установили то, что дерево от времени, столько службы эксплуатации. То есть он бэушный был куплен, да? Да, это бэушный. Оно все подставилось, то есть банально, вот здесь вот покажи, Кусь. То есть что происходит с деревом? Вот стыки делают вот так вот. То есть они, дерево расслаивается. И мы будем делать полностью гидроизоляцию полностью всего днища прицепа. То есть защищаем все стыки дерева от влаги. А если этого не сделать, что будет? Дальше пойдет то же самое. Он также будет рассыхаться, влага, то есть будет проникать. Вот это уже дерево, по сути, без обработки. Оно просто развалится, прицеп развалится, днище. Ну, а, соответственно, это у нас самое основание прицепа, на котором все висит. То есть он просто развалится, сгниет. Мы будем обрабатывать полностью и стыки стен с полом, то есть весь низ полностью обработается. Понятно. Вань, а вот с газовыми магистралями у нас вот чем опасна покупка БУ прицепа? Потому что он может быть после, в России БУ прицеп, он может быть после ДТП, а как ты знаешь, что во время ДТП ломаются газовые магистрали, микротрещины, вот вся семья в Архизе погибла. А вот можно как-то их восстановить, проверить там? Конечно. В любом случае делается визуальный осмотр. Но в данный момент вот здесь, да, идет газовая магистраль, она выполнена вот из медной трубки. По ней даже видно, сейчас уже на ней есть окиси. То есть потихоньку, по чуть-чуть медь у нас все равно, она устает при ДТП, соответственно, вообще она... Вань, а вот, вот... В свежих прицепах, допустим, установлены уже металлизированный труб. Принцип такой, визуальный осмотр, можем проверить его под давлением, можем его вакуумировать, то есть вакуумом, то есть выбрать с него полностью все, проверить. Если неисправно, мы не ем, ставку не делаем, то есть полностью замена магистрали. То есть если ты, если тебе привезут такой прицеп, ты можешь с помощью вакуумной накачки, выдува оттуда газа или наоборот накачки, можешь проверить исправность газовых магистралей, да? Да. С вами была компания «Дом в дорогу». Мы находимся сейчас на ремплощадке нашей компании, которая находится по пути на море, и каждый может сюда приехать.